Шалом, братья-казаки, меня зовут Митя, и я отпетый яблочник. Звучит как признание в клубе анонимных алкоголиков, не находите? Как и у любого уважающего себя яблочника, у меня есть iPhone, на который я сейчас снимаю, iPad, который вон там вот каминчик показывает, и MacBook, который стоит в кадре, на нем сейчас запущен Final Cut. И до полного комплекта нормального, настоящего яблочника мне не хватало одного гаджета. Ну, точнее трех, но два из них бесполезные. И вот этот один... Эх, в общем, перед вами тот идиот, который купил себе за 200 баксов AirPods 2 с возможностью беспроводной зарядки. Сейчас хочу сказать, нафига же я купил себе эти AirPods, ну не только потому, что надо быть настоящим яблочником, а еще и для просто тупо удобства, то есть когда едешь в поездке со своим макбученькой и хочешь монтировать видосики, то вот такую вот фиговину брать с собой не совсем удобно, потому что, ну вы же видите размер. А вот эту вот маленькую штучку засунул себе в карман и полетел. Как известно, они хорошо контактируют со всеми Apple'ами, потому что это наушники производства Apple, собственно говоря. И, в принципе, просто для залипания в iPad'ик такая вещь будет намного удобнее, чем проводные наушники, которые я где-то забыл, ну и фиг с ними. Они мне больше не понадобятся. И что-то я затрынделся, поэтому погнали, распакуем эту радость прямо сейчас, прямо здесь, вон на том столике. И... Да, начнется же распаковочка. Поскольку это продукция Apple, распаковывать мы ее будем с помощью вот такой вот айс-крепки, потому что распаковки продукции Apple проводятся с помощью айс-крепки. Всегда. Поэтому погнали. Сейчас, и? Идет сыпина. А, нет, и последний нарез. Последний нарез, я сказал. Оп. И там 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 там. Так, открывайся. Открывайся, создание. Так, встречает нас конвертик. Designed by Apple in California, естественно. Открываем и... Ох, хорошечно. AirPods'ики вот в такой вот, значит, матовой пленочке. Их мы отложим пока в сторону. Сейчас возьмем за вот эту вот штуку. И что у нас еще есть в комплекте? Lightning и... Все. Больше ничего нету. Поэтому Lightning нам нафиг не нужен, потому что этих Lightning'ов уже дофижища у нас дома. А в конвертике... Что у нас в конвертике? Инструкция. Еще несколько инструкций. И все. Ходят слухи, что здесь написано что-то про AirPower, который отменили. Итак, ничего здесь про AirPower не написано, поэтому нам насвистели, и что, все, перейдем непосредственно к распаковочке самих наушников. Сейчас закрою сюда и уберем сюда, нафиг, вот так. Это нам больше не надо, и сейчас самый приятный момент в любой распаковке. Хорошечно. Все, пленочки уже нет, и вот они, скотиняки за $200. Оп, AirPods, все красиво. Ну и сейчас я погнал их, о, хороший сейчас был щелчок. В общем, я погнал их настраивать, и для вас одна монтажная склейка, а для меня несколько минут настройки, и... Итак, я настроил AirPods, и это заняло прямо вот реально считанные секунды. Я просто вот так вот открыл крышечку, iPhone их увидел тут же, и подключился за, вот я же говорю, несколько секунд. Вот здесь вот появится запись экрана, как это все происходило. И что я вам сразу скажу. Я настроил двойной тап по наушнику, и он у меня работал прямо таки, скажем, с переменным успехом, но, скорее всего, это я кривой, а не он, потому что я, наверное, тапываю не по тому месту. И... Еще небольшой минус, который я сразу заметил. Вот, сейчас я поднесу, возможно, услышите. Да, слышно. В общем, крышечка немножечко люфтит влево-вправо, но сценариев использования, где это будет заметно, их просто не существует. Поэтому будем считать, что все в пределах нормы. И сразу же хочу показать вам
главную фишечку конкретно моей модификации, именно беспроводная зарядка, собственно говоря. Кладу я ее на беспроводную зарядочку, загорелся оранжевый огонек, и оно заряжается себе приотлично. Я прямо-таки доволен как слон, то есть, повторюсь, покупал их для монтажа в поездках. Вы мне скажете, Митя, что, идиот? Даже в поездках нужно брать себе вот такие вот over-ear наушники прямо, чтобы, да, все по злому. И, кажется, звучание там действительно на другом уровне. Да, на другом уровне, но такую вот фиговину вы вряд ли себе положите в рюкзак, потому что она занимает слишком много места. И в чемодан класс тоже сыкотно, потому что еще уронят и поломают ваши классные модные наушники. Поэтому в поездках, AirPods 2 наш выбор. Это была распаковка и первое впечатление от Митютки. С вас лайк, подписка, хороший коммент, наша с Гришуткой инстаграма по ссылкам в описании. И множество интересного контента грядет. Встретимся здесь, на ютубе, ровно через неделю. Или не ровно через неделю. Когда я там запилю видос, фиг его знает. Или вообще, или не видос, это так сложно.